Середина недели для конаковских сотрудников правоохранительных органов ознаменовалась таким событием, как ежегодное заседание, на котором присутствовали представители МЧС, полиции, оперативный состав Конаковской межрайонной прокуратуры и представители муниципальных образований. На повестке дня итоги работы Конаковской межрайонной прокуратуры за 2015 год. Оперативное заседание начал первый заместитель прокурора Тверской области. Надо отметить, что прокуратура Конаковской межрайонной, она несколько в другом плане начала работать. Есть очень много положительных моментов. По словам Александра Семенова, это совещание носит не только отчетный характер, но и позволяет всем правоохранительным органам выстроить четкий график совместной работы с сотрудниками Конаковской межрайонной прокуратуры. В рамках оперативного совещания выступил с отчетом о проделанной работе и ответил на вопросы присутствующих глава Конаковской межрайонной прокуратуры. Надо отметить, что в 2015 году прокурорскими проверками выявлено более 2000 нарушений требований федерального законодательства. Для их устранения подготовлено и принесено более 940 актов прокурорского реагирования. Из них более 400 протестов и представлений. В дисциплинарном порядке административно наказано более 220 лиц. Как отметил Николай Фоменков, в настоящее время на территории Реткинского и Новозавидовских поселений производится работа по созданию добровольных народных дружин, что позволит в совокупности добиться положительного результата и уменьшит количество совершаемых правонарушений.